Важная награда за особенный труд. Лучшая медицинская сестра нашей страны работает в республиканском центре «Мать и дитя». Именно здесь обретают счастье материнства даже с самыми минимальными шансами. Виктория Ходосок провела целый день с настоящей героиней нашего времени. Про таких, как она, говорят, талант и золотые руки. Елена Качалко – лучшая медсестра на минуточку страны. В профессии уже 15 лет, признается. Награда важная и нужная. Но число спасенных крох с минимальным шансом на жизнь куда главнее. Дети достаточно сложные, с различными заболеваниями. Это не просто работа. Детки, которые поступают к нам в отделение с таким маленьким весом, требуют не только лечения, но и любви, внимания и трепетного отношения к ним. Раздуть искру жизни в крохах даже с экстремально низким весом от 500 граммов в мать и дитя помогают сотни специалистов. Это своего рода клиника высшего пилотажа, где планка мировая. Именно здесь пациентки после пересадки сразу двух органов становятся матерями. И именно здесь помогают родить женщинам с ограниченными возможностями. Женщины, которые инвалидизированы, на колясках, у нас несколько раз рожали, причем вот эти, которые занимаются спортом. Как правило, это операция кесарево сечения. Все случаи, которые у нас были, успешно роды разрешены. Здесь окружают заботы и помогают стать матерями каждый день. Вот это святая святых родильный зал. Таких в центре всего 5 с современным оборудованием. Одновременно принимают роды у двух матерей. Есть так называемый VIP-зал, где проходят популярные среди белорусов партнерские роды. Она всегда мечтала о большой семье. И вот оно счастье. Лапочка-дочка София и сыночек Александр. За помощью в мать и дитя Ирина приехала из Жодина с диагнозом угроза преждевременных родов. Это очень долгожданное действие. Имена выбирал муж. Первую назвал дочь. Она была такая маленькая, еще сомневались, как она выкарабкается. И он назвал ее в честь героини одного фильма, его любимый фильм. А потом уже назвал сына. Тысячи счастливых матерей, тысячи спасенных жизней. За более чем 10 лет работы у центра «Мать и дитя» много достижений. Но это не предел. Впереди еще миллионы благодарных мам и столько же с шансом на жизнь крох. У меня же есть 2 мальчика. Вот, сейчас ждем девочку. Скоро буду, надеюсь, что буду многодетной мамой. А пока этот сюжет готовился к эфиру, Ольга уже стала мамой многодетной. Виктория Ходосок и Роман Пастернак, телекомпания СТВ.